И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть Dark and Light. И я продолжаю играть на том же самом сервере. Чё-то я, блин, увлекся, я же говорил, я типа там добуду, там оставлю там чуть-чуть, чтобы квест вместе с вами продолжить добить, так сказать. И увлекся, смотрю, оу! 20 баксов дали, и квест выполнил. Думаю, ну замечательно, блин. Как видите, меня не залутали. А, кстати, сейчас тут бегал скелет. Не помню, какого левела. Сейчас не помню. Что-то меня здесь не пишет. Вот, ну, как бы оно и правильно. Выбежал оттуда скелет, я его убил. Сначала выстрелил в него все стрелы, 4 потом. Получается, что, 16 стрел было. Пытался мечом ударить, но в итоге я сам огребался больше. Поэтому я понял, что это гибло дело. Выпустил все стрелы, а потом еще и магией его добил. Да, собственно, как я и говорил, дальний бой, или я не говорил. В общем, дальний бой, эта штука нужная. Выпал с него вот этот лед, не знаю, зачем он нужен, испортится скоро. И косточки. Ну, косточки пускай будут, но вот лед испортится и исчезнет. Как вы видите, я добываю потихонечку ресурсы и скидываю сюда. 28 золотых, 8 золотых я налутал с бочек и 20 мне дали за квест. Собственно, что остается? Налутать 2 монетки, и у меня аренда будет продлена 1 день 10 часов, так что все легко и просто. А, кстати, получается 2 дня что ли дается? А, не, или, блин, что-то я запутался. А, ну да, я ж ночью вчера играл. Вот я лупень. В общем, много чего наизучался, много чего наоткрывался. Вот эта вот штука просто кайфовая. Как там? А, Джерри Джем. Ой, Берри Джем. Вообще просто суперская штука. Восполняет еду и голод. Кстати, это вот этот мне чувак притащил. Этого... господи, этого... полетел как далеко, интересно, да куда летит, кстати, интересно, все, ушел за экран, далеко летят, ну, я думаю, это пофиксит, а дальность уменьшит у них, потому что, я думаю, это нагрузка все равно дает. В общем, этот Берри Джем дает восполнение еды, воды, еды, ну, примерно по 40, так что штука классная, всем советую. Так, Петюря. Дали мне квест на Эрнголд, то есть собрать сотку золота, это очень дофига. Вы прекрасно понимаете, что это я буду делать очень долго, поэтому сейчас на это можно забить. Поэтому, ну что я сегодня сделаю? Ну, конечно же, побегу куда-нибудь в мир уже. Хватит уже бегать по городу, побежим в мир. Для начала я, конечно, все-таки добуду 2 монетки, ну, чтобы они у меня уже точно были, без лишних заморочек. Вот, и уже побежим в город. О, точнее, за город. Пытаться искать приключения на свое седалище. Опять-таки же, благодаря тому, что у меня есть склад, я вообще не парюсь. И у меня есть, как говорится, куда все складывать. Вот, пожалуйста, золотишко. Все замечательно. Сейчас еще один подлутать, и вообще проблем не будет. Вот. Потом побегу в гору, за пределы города, и уже будем что-нибудь, кого-нибудь убивать, что-нибудь лутать и так далее. Кстати, перешел я на этот сервер, так как здесь кемеровцы, точнее фейловцы. Тупо из-за того, что если что, будет возможность и с ними поиграть. В трайп, насчет трайпа, у меня уже спрашивал, там, трайп набирать буду, ну, здесь это не трайп, а дом, можно так сказать, в семью, назовем так, вот, раз дом, значит, семья все-таки, вот, буду ли я набирать, всему свое время, и, как вы понимаете, на данном этапе развития, пока что ни о чем не идет речь, но я точно, к примеру, могу сказать, что... Я об этом уже задумываюсь. Так как здесь все-таки развитие некое как MMORPG, тогда почему бы и не делать нормальный дом?
ну, семью, гильдию, клан, трайб. Называйте как хотите. Что у меня там, золотишко? О, 3 золотишка, даже один с запасом. Отлично. А, суть в чем? Я тогда могу... А, кстати, пойдемте туда. Я вчера этот цветочки там налутал, оказывается, там не просто здание, а там, о, сверху построились, прикольно. Это нормальная зданица, то есть там можно создавать эликсир в этом зданице. Подходим к столу, open, и можно крафтить эликсир, магическую энергию, которую восстанавливает полностью, для него нужно немного, бутылка воды и... Так, где там? Вот бутылка воды и шарты. А, так как бутылку воды я пока что бутылку красить не умею, у меня всего лишь одна бутылка, я не буду экспериментировать, а вдруг бутылка просто исчезнет. Вот. А вот сюда иногда заходить и лутать цветочки есть смысл. А, как минимум для того, чтобы можно было потом состряпать себе джем в большом количестве. А, потому что ягодки здесь налутаешь дофига. Плюс шарды лутаешь. Ну и, конечно же, вот, смотрите, солома у меня развивается и развивается. Что там? Оффхенд. Оффхенд. А, из-за того, что у меня щит в руках, у меня, по ходу дела, еще и развивается вот этот вот щит. Либо просто из-за того, что я руками стучу. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Щит убираем. И просто сейчас буду пробовать. Нет, это, типа... Да, вот это вот развитие... Видите, оффхенд, то есть и щит нарисован. Это типа, наверное, будет развитие в ветке защиты, то есть щиты и так далее, что-нибудь наподобие. Вот, пожалуйста, еще соломка. Что? Крышу теперь изучил. Ну, отлично, теперь я могу уже строить полноценный дом. Фундамент, стены, дверной проем, двери и потолок. Все изучено, так что я могу все это делать. Конечно, да, окон нету, но в жопу окна. Вот. Поэтому как бы я на это смотрю таким примерно размахом. Но добывая вот так вот просто в одном месте, то есть не надо где-то бегать, искать и так далее. Это все можно в одном месте налутать, и с этим проблем нету. Так что все здорово. Особенно на начальном этапе развития это просто кайф как поможет. Не пренебрегайте на своих серверах побегать здесь и немножечко полутаться. Ну опять-таки же это за эльфов, если находишься. Вот, пожалуйста, просто тупо собрав все здесь, я могу состряпать 5 хавки. Хавка, кстати, каждая портится примерно 20 минут, если я не ошибаюсь. Да, 20 минут она портится, так что... О, еще и стак всего лишь 5, здорово. О, кстати, забыл, здесь стаки пишут. О, да, это круто, это круто. Варки это убрали, это дебилизм, если честно. Убрали написание стака, и это... Очень даже крайне тупо. Здесь же написано, сколько стак. И это здорово. Это здорово, это здорово. Это не вредит. Это наоборот помогает. Здорово, здорово. А, кстати, метеориты. Метеориты, которые падают. Допустим, зеленый метеорит был. Я к нему подхожу. Пытался добыть его. Потом смотрю, внизу надпись такая. Типа, персонаж должен быть 15 уровня, чтобы залутать, типа, метеорит. Такой, о, понятно. Это маяки. Здесь маяки, дропы. То есть, в расте это аирдроп. В арке это маяки. А здесь это метеориты. Падают, лутаетесь, и все хорошо. Светятся они в темноте просто адово, как сильно, так что не пропустите. Так, сейчас что же я хочу сделать? Так, у меня практически уже 7-й левел, как вы видите. Так что все здорово. Я прям на ура лутаюсь. Лутаюсь и лутаюсь, можно так сказать. Так, застакиваю немножечко. Кстати, щит на место, вернись. О, оффхенд, да, кстати, видите, вот. Тут даже и написано. Оффхенд. Да, вот так вот. Так что все здорово. Иначе я правильно понял. Если я это разобью, то у меня откроется, что я смогу сам щит создавать. Тем временем у меня 7-й уже практически левел. И сейчас я скину лут. Скину лутецкий, да. Все-таки у меня здесь монетки. И вот, кстати, я могу теперь арендовать еще на 2 дня. Ну, кстати, давайте сразу нажму. Вот, 3 дня, 9 часов, все здорово.
Вот, и теперь уже можно сильно об этом всем не беспокоиться. Кстати, не хватает кнопки, вот это вот трансфер на буковку Т, это было в арке, здесь это крайне не хватает, просто даже жути как. И не хватает сортировки по названию, допустим, чтобы они сортировались по имени, как это в арке. Но я думаю, это все добавят и не переживаем, как говорится. Вот, пока что делаем все это дело вручную, ручками. Для чего руки нужны? Ну, не для того же, что вы делаете этими ручками, а для того, чтобы все-таки сортировать. От слова сортир. Да, шутки у меня дебильные. Так, кстати, я тут немножечко микрофон себе поправил. Ну, конечно, звук лучше, чем в прошлой серии. Там просто шип на протяжении всего видео. Собственно, из-за этого я его и поправил. И напишите мне в комментариях, лучше ли звук стал, ну, я думаю, вы и по арку смотрели в последнее время и так далее. Напишите, стал ли лучше звук или же нет. Мне это очень интересно и нужно. Такс, что у нас дальше? Все, лут скинул. Конечно, даже скинув весь лут, у меня 29 веса все забивает. Но, как видите, я дофига чего создаю и дофига чего держу при себе. Погнали. Погнали по тихой грусти. Вот, вон, видите, метеорит там падал. Это дропы. Это все дропы. Ну, кстати, они приземляются намного быстрее, нежели в арке. В арке, блин, пока приземляться, сдохнуть раз 50 успеешь. В прямом смысле слова, если в борьба за дроп идет. Погнали, погнали в город уже. О, за город, господи, какой город, господи. Все, за город, конечно же, за город. Сейчас только по пути ботчики залутаем. Что у нас здесь? Здесь никто так и не появился, да, стол не активен, печалька, печалька. Просто неадекваты убивают NPC, и, соответственно, ты там не можешь продать. Допустим, вот это вот мясо он может покупать. То есть вот здесь стоит чувак, который покупает мясо, протухшее мясо. Реально, протухшее мясо стоит, покупает, а ты это мясо, у тебя оно само по себе появляется, так еще и ты в бочках можешь его залутать. В общем, очень-очень хороший NPC, но, к сожалению, мир не без уродов, и люди любят их убивать. А вот это мне пригодится. Всяко не крафтить. I see you. Показалось? Или это там был просто трупешник? О, монетка. Не, был не трупешник, вот две монетки. Там наверху, походу, дело он жрет. А, не, внизу. Значит, на улице где-то. Или это я жрал? О, кстати. Он, походу, вот здесь и валялся. Ага, вон он бегает. Ну, да и фиг с ним. Погнали уже на улицу. Блин, хотя монетки мне жалко, если честно. Пойду я их отнесу. Кстати, еда 2,7, вода 8,6. Опс, это не то. Захавал вот это, ну сначала сюда, конечно, захавал. Вот, 40 и 40. То есть по 40 они восполняют. Опять хавал еще одну. Сейчас будет почти 90. Ну, 83, здесь почти 90. Здорово, да? Доедаем яблочком парочку штучек. И должна фулочка быть почти. Да. Все замечательно. Так что не пренебрегайте. Конечно, стоит она немало, если фронт обошло. О, карта, кстати. Что там на тебя требуется? О, соль. Не, нафиг в жопу эту соль. Или что там она? Кварц, соль. Для этого мне нужна ступка. О, бумага, интересно. Так, ну сундук, это понятное дело. Вот, стоит она, конечно, немало. 45 ягодок и 15 травы. Собственно, вся проблема с ягодками. Но если вы ее соберете, толку от них будет больше на 100%, так как восполняет, еду восполняет то же самое. Потому что пока вы эти 45 дожрете, у вас эта пятерка собьется. Но восполняет дополнительную воду. И это неплохая альтернатива, если вы живете далеко от воды.
Ладно, все. В баню все это дело. Погнали уже на улицу. Как говорится, навстречу приключениям. Да. Кстати. Кстати, да, я ухожу уже из города. Я монетки добывал. А нифига. Не прибавилось. Earn gold. Как было, так и осталось. Интересно. Интересно. Как это работает и где я золото буду добывать. Вот эти кормушки. В эти кормушки, как видите, ложат еду. И они служат для того, чтобы томить. Но как это действует, я без понятия, если честно. Я думаю, это надо типа свою ловушку ставить и так далее. Но без понятия, короче. О, захавал. Все, что ли, захавало? Не перебором ли ты жрешь, однако. О, кролик. Ну-ка. А, нет, мимо проскакал. Я думал, сейчас подойдет, пожрет. 22. Ну-ка, давайте глянем. Такой кролик в натуре панк. Кстати, я не знаю, как, но я опять графику свою ухудшил. И, как видите, она дерьмовая до сих пор. Так, давай посмотрим. Кстати, видите, да, если навестись на цель, которую можно убить, то красным загорается точка в центре. Отводим, и опять белая. Здесь чисто белая идет. Ну-ка. Нет, не сожрал, ну ладно, я заберу. Мне это явно пригодится. О, а, блин, я и так уже тебя собрал. Ну ладно, короче, пускай будет здесь. Пофигу. Пофигу. Так, ладно, давайте посмотрим, что я смогу налутать с них. Завалим кроличка. Вот, кролика я залутал. Мечом пробую добыть. Посмотрим. Не, мечом только мясо добылось. Ну, соответственно, это фигово добылось, я бы так сказал. Кстати, вот за городом сразу же огромные постройки идет, и все просто как мамай прошел, все выжрали нафиг. Стой, барашка! Оп, левелап. Так, теперь... Чуть ткань не то, чуть не заюзал. Так, в инвентаре пусто, это понятное дело. Давайте попробуем так добыть. Ага, так добывается мех. Мех добывается, ну да, с них логично добывается мех. Мех, ладненько. Жрачка-то закончилась, так что можно еще состряпать парочку. Как раз есть на это лут. Ну ладненько, погнали, посмотрим дальше, что будет. А вот какие приключения найду. Так, а если добыть топором также овечку? О, топором добывается кожа уже. Отличненько. Значит, топор для кожи, кирка для шерсти. Ну вот, так вот мы и изучаем игру. Советую все мои серии смотреть. Будем изучать еще не только это. Так, это вот дропаем сразу же. В баню эту гадость. Она мне точно не нужна и не пригодится. Exit a town. You enter town. Не маленькое расстояние, да, считается городом. Все, вышел окончательно из города. Вот мне сразу же сундучки стоят, которые можно с легкостью поломать. Ломать мы не будем, так как там может ничего и не быть, а если и будет, то смысл мне от этого. Вот, только время зря потрачу впустую. Даже если в что-то и дропнется, то мне от этого не пусто, не густо, так как я не знаю, для чего мне это нужно и так далее. Потому что я крафтить не умею ничего.
Вот, ну, найти приключения на жопу не помешает. К примеру, ты у нас кто? Еще и 36-й левел. Ёб твою ж, налево он сдвинулся. Вот, ши, очканул. Фу, конкретно прям очканул. Нифига себе. Страшно. Когда не знаешь, что от них ожидать, очень страшно. Олени, да? 72-й левел. Даже если захочу, не смогу завалить. Так, к примеру, давай вот это вот экипируем сразу же на луке. Так, это кинжалы торпорные. Надо найти маленького и посмотреть, как это вообще гадость действует. Как она вообще работает? На каком маленьком существе? Но ну, я думаю, зря сюда прибежал. Надо было проверять на овце, так как здесь уже летают драконы и не только. И я думаю, это какой-нибудь хищник. Вот 100% это хищник, так что ну его в баню. Я даже подходить к нему не хочу. Тем более у меня лавлап. Мне надо вкачать себе что-нибудь нужное. Так что все замечательно. Такс, как видите, у меня здоровье 150, стамина у меня 150. Этого, кстати, вполне достаточно, чтобы выжить хоть как-то. Поэтому сейчас я буду качать вес. Пригодится. И мана. Так как от нее будет зависеть немало. Я думаю, что будет зависеть немало. Но пока что сделал также 150, думаю, вполне будет предостаточно. Такс. Вода заканчивается, да? Вода заканчивается. Давайте захаваем вот эту вот там. Вот. Всяко немножечко получше стало. Чуть-чуть там так переваливается. А, он типа застрял. А, они типа заспавнились друг в дружке. И это гиена, не... твою мать. А вот только станет сейчас не нужно было. Вообще-то страшно. Ты у нас кабанчик. 56-го лева. Wild boar. Да уж. И где же я кого-то найду хотя бы. Погнали обратно в нуб-локацию искать какой-нибудь. О, та вот и нуб-локация уже. Фиксит? Ага! Ясно. Просто надо несколько их запускать, и тогда это хоть как-то зафиксируется. А че там на берегу стоит какой-то большой и страшный? Не хочу даже знать. Такс, мне сейчас нужно и... Верганди Левиос. Ой, я... нет, это же другое. Ну, я-то единственное, что знаю из магии, так что все нормально. Пабух! Во, попал, наконец-то. Ой, еще попал. Горит. Это здоровски. You kill it, shipping. Отлично. Давай еще немного кожи. Кожа, это хорошо. А где кожа, там и мясо. Тыкс. Я хочу посмотреть, кто это. Осуждайте меня, но я хочу посмотреть, кто это. Я еще хочу вот это собрать. Что это такое? Твою мать, я больше не хочу посмотреть, что это. Я больше не хочу посмотреть, что это. Не-не, чувак, все, короче, я больше не хочу смотреть, кто ты, что ты. Давай уже, иди уже отсюда. Давай, давай, до свидания, все. Давай, счастливо тебе. Чао, давай. Давай уже иди от меня отстань. Вот 100% он лежит за мной. Я даже... Твою мать! Смерть пришла! Смерть пришла!
Ёб твою мать, он еще сумонов вызывает. Сраный ландшафт, который, блин, не знаешь, где запнешься. Вроде горка нормальная, а в итоге запинаешься. Да я в меньший уклон запинался, какого фига я здесь сейчас бегу? Ладно, наоборот, не, чувак, беги! Беги! Вызови свой гончих! Иди в жопу! В жопу! И нашел приключение на свою задницу, свою нашего приключения. Беги! Беги, глупец, беги! Ты сможешь, я в тебя верю. Где город, я не помню, конечно, но ты беги. Беги! Я в тебя верю. Ты сможешь прорваться вперед. Отцепился. Фу ты, Господи, слава тебе, Господи. Я думал, я не оторвусь от него. Никогда. Благо гончие отспавнились. Точнее, задиспавнились. Так, а это у нас что такое? Я думаю, это что-то мне нужное. Да, копер. Я так и думал. Либо металл был бы, либо медь. Но хотя по цвету больше подходило на медь. Здорово. Пригодится. Такс. Дождик идет, поэтому я жрать не хочу. Точнее, пить не хочу. Так что... Все здорово. Но пожрать не помешает. Твою мать, что тебе надо-то? Видишь, я медь добываю. Олень. Ты осел. Олень, ты реально осел. Что-то ко мне ты его тащил. Будешь в натуре, а? Мне-то он сначала... Твою ж мать! Он бежит за мной. Я потерялся. Где город? Ёп, твою ж налево! Бежим, бежим, бежим! Run! Run! Please don't kill me, I'm friendly. I don't touch you. Жри, eating shipping. Я не знаю, что тебе сказать, чтобы ты от меня отстал. Замечательно, нифига я тут кругаля сделал конкретного. Олень, ты конкретный осел. В натуре, чуть из-за него меня не завалили. А тебе приключения на мою жопу нашел, блин. Так, ну-ка. Надо практиковаться в магии. Бэбэнкс! Бэбэнкс! Текс. У меня появилась безумнейшая идея. Как вы думаете, реализовать ее или нет? Да что гадать, я знаю, что вы меня всецело поддерживаете в этом и хотите, чтобы я реализовала свою безумную идею. Давай уже добывайся, сраный кролик. Кроля, добывайся. О, все, отлично. Безумная идея. А чё ж я так опять жрать хочу, а? Так, юзаем вот это. Ой, я спать хочу, а вот это уже печалька. Безумная идея отклоняется. Точнее, отменяется ненадолго. И чё там у него наверху стоит? Такс. Давай, чувак, я здесь, короче, посплю. Дай щеп тебе. Нельзя. Ладно, давай. Еп! Еп, тоже испугался. Так, ну мне сейчас нужно... Go to bed. Да, вот так, с чистого поля, просто лег, поспал, все хорошо. Оп, и фокус восстановился полностью. Недолго. И просто все замечательно.
Слышь? What happened? Че? Да иди ты, короче, со. У меня другая мысль. Епа! Я знаю, что вы меня в этом поддержите. Чувак, я тебе советую бежать. Так, годи, у меня это сломался, да? А чё мне на него не хватает? Сульфура не хватает. Ёкарный бабай, вот это ж поворот событий дня. Так, погоди, у меня стрелы есть. Вот чё думаю, я на этом остановлюсь, что ли? Просто я думаю, он огненный, поэтому на него это сильно не проканает. Но у меня есть всегда стрелы, которые проканают на всех, кроме духов. Я не понял. Куда он исчез? Я слышу, алло. Куда он исчез? Я хотел вообще-то его сагрить. What the fuck? Не, ну это, короче, вообще подстава какая-то полная. Ну я, понимаешь, я думал, сейчас сделаю вакханалию какую-нибудь. А это тут, блин, просто... Одни овечки остались. Да иди ты уже отсюда. Я не в духе и не в настроении общаться. Да уж. Пристранюсющий, да? Ёпта. О, господи, я думал, метеорит на меня летит. Вот этот зелененький вырулил на экране, я думаю, все, кранты, блин. Рядом еще один летит. Да, нет, ну, не, мне повезло. Блин, вообще-то обидно. Реально, вообще-то очень сильно обидно. Я хотел сагрить, думаю, сейчас там стражи повоюют, все дела, если фонь есть вообще. А тут такая подстава жесткая. Ну ладно, что поделать, бывает. Бывает, бывает. Ну, что я могу сказать? Зато... Я жив, зато я жив, и на том хорошо. Блин, честно, я не знаю, нужно как-то начать развиваться в сторону строительства, но пока что здесь рейты все-таки маленькие, поэтому очень долго, и нужно развиваться. А, не, вот стражей нету, вот это хорошо, что я его не сагрил. Стражей нету, стражи убили уже, да, бывает в жизни огорчение. Вот, ну, я одно могу сказать. Серия вроде получилась продуктивной. И вроде как я что-то где-то зачем-то понял, как что создавать и так далее. И это уже хорошо. Как говорится, и на том хорошо. Отходи, торопись, покупай, не ленись. Нужно будет... Да, нужно все-таки строить халупу. Вся проблема в том, что несмотря на то, что вот, кстати, вот это тоже можно. Вот сульфурчик там у меня, сульфурчик, да? А, ну хотя только у меня этого сульфурчика, два штуки. Вся проблема в том, что несмотря на то, что я покупаю дом, я могу там сделать только себе склад. А, к примеру, зайти в дом, поспать на кровати, этот, ой, ёпте. И темнота настала. Поспать на кровати, допустим, поставить ступку, печку. Да, пофигу, пускай они исчезнут у меня, когда домик станет не моим. Но, блин, это было бы круто, если бы я его смогу поставить и все это дело там. Мне бы это очень сильно не помешало бы. Вот. Ну и сэкономило бы, допустим, время на строительство дома. И все в таком духе. А так, все-таки придется где-то домик строить, так как вроде и написано открыть, но по факту я ничего не могу сделать. Вот. Да. Там вот, видите, стоит кровать. То есть, как бы, вроде бы туда можно зайти и поспать, но по факту мы получаем болд и больше ничего. Такие вот дела и печаль. Ну, хотя бы мы имеем огромнейший склад, который можно арендовать за игровую валюту.
Это здорово. Это просто офигеть. Офигеть, как здорово. Сейчас нам нужно будет найти где-нибудь этот. Кстати, да, дерево же. Костер где-нибудь найти и пожарить мясца. Я думаю, пригодится. Вот. Ну а на сегодня я уже думаю, все. Какое-то безумие получилось. Вроде что-то сделал хорошее, а в итоге ничего не сделал. Но уже 35 минут, я думаю, не надо затягивать, как прошлую серию, на час. Поэтому на сегодня уже точно все. Так, похавать надо. Вот, поэтому, как говорится, всем спасибо за просмотр. Пишите свое мнение в комментариях, что вам нравится, не нравится. Что вы думаете о том, что делать дальше, что записывать, как выпускать серию и так далее. То есть, как вы... Ну, что вообще делать на видосах, все в таком духе. Потому что игра новая, и все идеи и предложения будут рассмотрены лично мой, да. Как будто будет еще кто-то их смотрит. Ну, понятное дело, все комментарии, я абсолютно все комментарии читаю, так что не переживайте. Если вы что-то написали, это не пройдет мимо меня. Ну, а на этом уже точно все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно же, делиться моими видео с своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.